Есть вещи, которых не коснулись перемены. Есть вещи, которые вы сейчас можете приобретать, невзирая ни на что. Приобретать кредит, кстати. Есть вещи, которые не попадают под каска. Что это за вещи? Это мотоциклы. Это квадроциклы. Причем разного предназначения. Ну и, разумеется, это любимые гидроциклы вместе с лодками. Плюс ко всему, это те приспособления, которые позволяют вашей лодке двигаться. Теперь, что за технику выбирать? Ну, Yamaha является безусловным лидером в производстве и мотоциклов, и снегоходов, и квадроциклов. И вот куда приезжать? На улицу Московскую, дом, ну точнее строение номер 50. Здесь вы приобретаете то, чего не коснулась новая растаможка. Ну, разве что небольшое колебание доллара. Но это вещи, которые не стареющие. Вещи не на один сезон. Вещи, которые будут вас радовать, пожалуй, и десяток лет в том числе. Наступило, наверное, время вернуться к корням. Вспомнить свои увлечения. Заниматься собой небесной гонкой за финансами. Наступил сезон, когда автомобиль перестал быть единственным транспортным средством. И мотоциклы, и скутера, и водные водометы у нас также доступны. Согласитесь, у умудренного байкера разума и солидности больше, чем у владельца вибрирующего от установленной музыки тонированного наглухо авто. На байке и у байкера все видно сразу. И сразу видно, где все это куплено. Противоударный термозащитный костюм, серьезный шлем, и это только от Yamaha. Ваша лодка или скутер, имеющий надпись Yamaha, это тоже вещи не на один год. Так же, как и лодочный мотор и аксессуары. Как правило, техника такого уровня служит долго. Как правило, она достаточно крепка и дуракоустойчива. Но не каждый ли салон по продаже мототехники имеет свою ремонтную базу. Этот, да, имеет. А не прокатиться, не протестировать – это не в правилах нашей программы. 125 кубов, большие колеса, вполне приемлемые тяговые характеристики. Этого достаточно для нормального перемещения по городу и на небольшие расстояния. Чё-то меня ностальгия мучает, а? Не знаю к чему. Да потому что вот таких размеров, такого веса, да нет, веса был другого, мой первый мотоцикл, Восход. Я всегда мечтал о Яве. Сейчас уже думаю вернуться к истокам, как говорится, тепло на улице, права категории А у меня есть. И вот такой 125-кубовый мотоцикл купить себе. При этом цена вопроса скутера. Но как он едет? Да мне понравилось. И вы знаете, гнаться за объемами, конечно, можно. Но какой смысл? Когда по городу ограничение скорости 60 км в час. А с места он рвет. Великолепно. Так что вы, конечно, можете выбрать. Yamaha делает двухлитровые мотоциклы. Но такой бюджетный вариант. Вообще не жалко. Нужны ли нам спортбайки? Возможно. 150-километровое кольцо объездное – это место, где можно оторваться. Ехать на них в Уфу или в Самару – это уже экстрим. Нужны ли эндуро? Конечно. Выдержать путешествие за грибами в сторону Белорецка – можно. Нужны ли чопперы и легкий класс? Конечно. В первом случае это стиль жизни, во втором – реальная экономия. Нужна ли нам Yamaha? Естественно, так как этот безусловный лидер должен быть и имеет место быть в Магнитогорске.